Привет, народ! Очередная коробка у нас от Loot Crate. В этот раз Loot Crate DX. Что-то крутое должно быть там. DX — это у них самая дорогая коробка. Она в оригинале стоит $50 американских. Ножик. Но я брал, когда была акция. Ангибот на немецком. Вот. И я взял за половину. $25 стоила мне эта коробка. Но сейчас, по-моему, у них таких уже нет. После того, как их выкупили, самое дешевое, по-моему, 30% скидка видел. Они чуть немного поменяли политику. Может, потому что у них была такая политика, делали скидки 50%, поэтому они обанкротили. Сейчас их выкупили другие хозяева. Ладненько. Свою руку достаю, удивляюсь, изумляюсь, вас радую. И первое, что я нащупал, какая-то ткань. Достанем, посмотрим, что это у нас. И это у нас... Ух ты! Футболка с длинным рукавом. Футболка с длинным рукавом называется Slim, наверное, да? Slim. Это у нас Skyrim. Тоже видите, Loot Wear эксклюзив по Скайриму. Кстати, 100% хлопок. Вот что я люблю, когда хлопковая. 100% хлопок. Видите, здесь написано hidden, спрятанный, если вам видно, нет. Может, она должна светиться в темноте, как-то не знаю. На камеру видно, нет? Так, чуть переливается. Символ такой, птица с орлом. Я, честно, в Skyrim играл минут 15, наверное. Я убил чью-то овцу. Прибежали крестьяне и меня убили. Крестьяне. Причем, что я выбрал себе там какого-то, я не помню, рыцаря или что-то такое. Ну, какой-то крутой был у меня. Воина, по-моему, играл. Короче, я подумал, окей, крестьяне здесь убивают воина. Завец убивает воинов-крестьяне. Так, вот такая у нас тут рубашечка. Смотрим, что дальше. Рубашки, они всегда пригодятся, знаете. Это я люблю. Ее всегда можно одеть, особенно хлопок. Одел и пошел. Какой-то пакетик. Ух ты! Блам-блам-блам, блам-блам-блам. Мистер Фриз. В очках таких. У меня, по-моему, есть его фигурка. Фигурка его есть, по-моему. Так, это у нас... Как ее открыть? Что открыть, чтобы показать? Так, маска, чтобы спать на глаза, когда... Ну, не знаю. Самолетами, наверное, мы не скоро воспользуемся. Самолетами проблема сейчас, с перелетами. Вот такая масочка. Одеваешь и можешь храпака дать. Ну, прикольно. Мягенькая, кстати, очень мягенькая, могу сказать. Так, Mr. Freeze and all related characters and elements DC Comics. Точно, у меня есть где-то его фигурка. Где-то у меня есть его фигурка. А? Помнишь, что есть? Вот такое. Это одна из первых была моих фигурок, которую я покупал. Прикольно. Ладно. Это у нас Мистер Фриз. Повязка на глаза. И следующее у нас или стакан, или термос. Термос! Вау! Очень вовремя термос. G2 BPA-free. Это очень важно. Hand wash only. Только руками его можно... Только руками мыть, то есть в посудомойку не надо,
Do not microwave. Ну, я думаю, он металлический. Какой microwave? Stand steel. Stainless steel. Made in China. Ну, я удивился. О, у него номер есть. А? Нумерованный? Limited Edition? 127740. На 24 унции он у нас. Хороший такой. Стальной термос. Окей. Термос — это хорошо. У меня, по-моему, где-то есть блокнот тоже с символикой J2. По-моему. И следующая у нас книжка. Вау! Вау! A Million Ways to Die Hard. Слушайте, это комикс? Это комикс! Я надеюсь, это комикс. Да, это комикс! Брюс Уиллис! Крепкий орешек! У-ху-ху! Слушайте, это круто! Это самая крутая вещь, наверное, которую я вообще получал в этих коробках. Это действительно крутая вещь. Это действительно крутая вещь. Бабух! Ну, как бы... Я, честно, люблю первые три части Крепкого орешка. Они такие прикольные. Тут еще и акула! Я не знал, что есть комикс по нему. Короче, буду читать. Это классно. Комикс по... Это классно. Комикс по Крепкому орешку. Интересно, это было сделано специально для Loot Game? Я не думаю. Я думаю, просто они взяли, купили где-то. Или заказали. Классно. Это правда крутая вещь. Это мне нравится. Это классно. Комикс по крутому, по Крепкому орешку. Это правда классно. Это крутая вещь. Комикс по Крепкому орешку. Это супер. Люблю такие коробки. Достаешь это и вау! Это классно. И что у нас тут? Значок. Чил. И кубик льда. Я не думаю, что это к чему-то. Просто, ну, балдейте, отдыхайте с кубиком льда. Прикольный такой значок. Не думаю, что здесь от какому-либо франшизе это относится. Просто кубик льда. Можно еще виски, бутылочку рядом. И что у нас еще есть? Объяснилово. Заходите, сканируйте, тогда вы узнаете, что он... Вот это мне не нравится. Это они потом испортились, когда начали эти делать. Раньше, помните, такие бумажечки, красиво, что, где, когда, а здесь. Сканируй QR-код, заходи, смотри. И да, мы любим тебя, как всегда, в коробке у них написано. Мы любим тебя. Конечно, коробка не такая прикольная, что можно развернуть, что-то с ней сделать. Но в нее всегда можно положить кроссовки, например. Или еще что-нибудь. Ладно, смотрим, что нам тут подогнали. Я не думаю, что когда-то будут пользоваться, но дочке дам, она такие штуки любит. Это на глаза. Значок с кубиком. Значок с кубиком прикольный. Очень крутой комикс. Комикс прямо вот сейчас сяду и буду читать. Спасибо. И неплохая футболочка по Скайриму. Такая, видите, здесь такой символ, здесь такой символ. Хлопковая. На зиму с длинным рукавом, как я люблю. Очень хорошо. Ладно, такой был у нас наборчик. Такой был разборчик. Я думаю, он вам понравился. Но он не стоит 50 долларов, то, что здесь. Комикс крутой. И...
футболка, ну, это так, знаете, то есть... Если бы это был обычный, там, знаете, этот Loot Crate, не DX, который за $25, его можно было бы взять за 12.50, было бы классно. Даже 25 он стоит. Вот комикс, футболка и, ну, вот эти штуки еще можно добавить. То есть оно стоит, ну, 50... Бай-бай. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если да, палец вверх. Там где-то подписка есть. Приходите еще.